Ну что, всем раз, всех приветствую, мы продолжаем проходить Hellblade. Блин, она очень жесткая серия, я даже не буду говорить, что там было, просто посмотрите, там вообще трэш. Ссылка в описании на плейлист находится, да, на прохождение данной игры. И в верхнем правом углу находится предыдущая серия, да, подсказка на предыдущую серию, и на плейлист тоже. Поэтому, Саш, пойду надевать пледик обязательно, приятно пиздить кушать, прям чипить кофе пить или пить воды, при этом просмотра, а мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, остановимся с тобой здесь, собственно. Трэш. Боюсь, еще плита настолько большая, что можно было бы так просто по ней пройти. Ну ладно. Ну что, опять будем биться. Ой, вижу большую R. Так, ну еще печать вижу большую. Нет, ну того рот. Можно нет? Можно не будем. Ну и что вот здесь свет есть? А здесь больше нет факелов? Дай мне факела. Еще быстрее мир пошел, смотри. Еще смотри, какой мед нашел просто. Да я видите, блять, я застрял здесь. Ну ты пиздец, блядь, щелики, ну вы смеетесь нахуй. На маленьком пространстве вдвоем. Вставай! Давай, мразота ебаная, ну. Пососал ты хуй, блядь, понимаешь? Пососал члена. Да ты заебал, мальчик. Иди нахуй, блядь. Вставай!
Тварь ебаная. Да иди ты в пизду, блядь, дай мне хоть... Вставай, вставай, дорогая, вставай, 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 блядь! Пососал ты всё, мальчик, всё. Трэш просто, что такое вообще? Просто трэш. А здесь нет факелов, чешо? Понятно. Здорово. Буква R нам нужна, да? Где же нам ее найти, эту букву R? Где же нам ее найти? Где-то здесь. Где-то здесь. Совсем здесь. Нет, там. Прикинь. А где, блядь, здесь? А, ёпта, подожди, может, вот здесь вот? Может, нам надо? Давай наверх поднимемся. Наверное, не знаю, нет. Ну просто сейчас тушить это все дело, это бред, как по мне. Потому что здесь нет нигде света. Даже не представляю, где там можно. Нет, именно внизу, короче, понял, нужно. Именно внизу. Именно внизу. Значит, там не просто куда, значит, там надо потушить этот, я так понимаю. Больше никаких мне предложений нету. A few moments later. Я хуй его знает, ребят. Да вместо того, чтобы пиздить, могли подсказать, где хотя бы, блядь, искать, ебаный рот, блядь. То, что-то говорят, говорят, нахуй. Могли подсказать, ебать, сказать, вот, держи. Мальчик, вот здесь вот, нахуй. Подожди, может. Ну, я реально не знаю, блядь, что за бред. Ебаный. Где ты здесь он показывает мне?
Мне кажется, эти деревяшки как-то что-то. Значит, там должен быть проход. Вот, блядь, с невнимательность, нахуй. О чем говорит? Пиздец. Здесь такого нету. Ой, блядь, надо быть чуть внимательнее, надо быть чуть внимательным. Опа, опа, дай пройти сюда. Что, послушаем сначала? Хотя дракон убил Сигурд, Регин хотел забрать все золото Фафнира себе. Еще Регин хотел получить силу и мудрость дракона, поэтому он выпил его кровь и попросил Сигурда поджарить для него дракон сердце. Сигурд стал жарить сердце, но когда он коснулся мяса, чтобы проверить, готово ли оно, то брал себе палец. Машинально он сунул обожженный палец в рот, из пальца на язык, ему бывало немного крови дракона что-то. В это же мгновение он начал понимать язык птиц и стал прислушаться к их разговорам. Once she gets down there, she'll never come out. Yes, interesting. The darkness will take her like it took her mother. Deeper and deeper. The beast knows. The beast knows exactly where she is. She's falling for it. She falls for their tricks every time. Plays into his hands. The darkness is coming. Where's the What's she doing? She's lighting the torch. She's making light. She's making a car. She's got light on the other side. And she'll be safe. What's her plan? What's she thinking? She's going to get there. Rush. Has to be.
Допустим. Что у нас здесь? Здесь вроде ничего такого нет. Хорошо. Ну вот и мы нашли краски с тобой. Рунну. Опа. Ну, чудесный дар Сигмунда позволяет ему понимать птичью речь. И вот он слышит, как птицы говорят: Сигурд должен сам все сердце, Реген хочет забрать золото Фафнира. Фафнир, вроде. Но чудесный дар Сигмунда позволяет ему понимать. А, ну все. Сигурд должен убить Регина. Иначе Реген сам его убьет. Сигурд должен найти Брунхильду, Валькиру, которая спит зачарованным сном. Осуждаем, осуждаем. Сигурд прислушивается к советам птиц. Он убивает Регина, съедает сердце Фафнера и забирает его сокровища. Осуждаем, осуждаем. Потом он отправляется в новое путешествие. Хиндарфиалу, чтобы найти валькирию Брюнхильду. Интересно. Ну смотри, нам осталось послушать всего ничего. А нет, много еще. Мы больше часть уже, мы уже половину послушали с тобой. Как минимум, как минимум. Чем дольше она горела, тем больше она убеждалась, что существует только то, что она освещает. Как непрочна наша защита от собственных страхов. Сигурд узнал, что Брюнхильда однажды ослушался Одином, и потом ее наказал. А потом он ее наказал, уколол ее шипом сна и окружил спящую сну горячих щитов. Только тот, кто не знает страха, мог добраться до нее. Но, как и я, Сигурд не знает страха и проходил, сквозь огонь, как и я, и будет спящую деву-воительницу. Она научила его тайной мудрости рун, рун побед и мореплавания, рун убеждения истины, рун лечения и помощи, рун понимания и силы. Как и Сигурд, величайший юный воин Севера, ты должна узнать тайны рун, чтобы сражаться с богами в Хель. Интересно, хорошо. Вернись ко мне, вернись ко мне. Давай, давай, рещи. Мать, рещи, можешь? Вот он. Ну, бля, еще один босс.
привела богу. Ой-ой-ой, больно. Вообще все равно. Мразота. Ой-ой-ой-ой, вставай. Это босс, ребят, это босс, ребятки. Да ебать, какого хера? Бак, я вижу его. Ой. Боевик. Thank you.
Охуенно. Вовремя. Ебать. Что? Охуенно. Я ж пизду. Не нужно перебарщивать просто. Ой, это тебя вижу в курсе. Блять, мать, вставай. Не вижу, нихуя, блять. Давай, блять. Встань, нахуй. Быстро, быстро. Опа, отсосал, блять, долбоёб. Сейчас я лягу спать. Не ори тогда, заколебал уже. Как они вот так молча вообще все говорят. Ой, меч пропал. Меч пропал. Куда там? Да, он же будет рука просто бить. Давай, что ты не заебал, понял?
Там уже хп закончится, бля, надоел. Блядь. Когда же все уже, блядь. Бля, муторный босс. Блядь, проебал. Мать, 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 вставай, 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 быстро, быстро встала, блядь. Блядь, я же увернулся. Спасибо, что все видит. Все, наконец-то. Очень муторный босс. Босс, очень муторный босс. Два раза за игру проиграл, два раза проиграл, всего лишь бой. Люди думают, что будто зло какая-то неестественная видимая сила, и потому они молятся, молят богов о защите, но зло может принести все рука от того, кто верен богам. Рука знакомая, ледяная и жестокая. Он пытался исправить ее своими ритуалами. Держал ее в заперти в этой дыре. Она даже не знала, что хуже. Сама тьма. Или то чудовище, в которое превратился ее отец. С обоими ей было не справиться. Поэтому она ушла. Следом за единственным лучом надежды, которая просияла ей. Если бы она не осталась, она бы не выжила. Но, может быть, живым теперь был бы Дилан. Ну, так жаль, любовь моя. Она получит его душу, даже если на этот раз погубит свою. Бля, интересно. Forgive me, Senua. Прости меня, Senua. Я знаю, у тебя нет причин верить мне. Но все же, по тому, что я скажу сейчас, так и была моя цель научить тебя ненавидеть тьму так страстно, чтобы это было главной твоей мыслью в пути. Потому что иначе я боялся, что иначе ты расстанешься с жизнью. Но ты превозмогла ненависть, ты снова и снова одолеваешь тьму. Ты заслужил шанс отодвинуть завесу тьмы. Чудо там. Тогда отведи меня в центр горы. Как можно глубже. Ты не выживешь. Там уж не зло погубит тебя. Знаю. Что, нам только выйти, что ли?
Трэш, просто трэш, ребят. Я чувствую, что я ищу тайну внутри меня, тайну, которая даже не мне неведома. Я не здесь для того, чтобы сражаться с прошлым, я здесь ради деланного. I will fulfill my vow. Whatever the cost. Я буду выполнять все обещание любой ценой. Давайте-ка, ребят, на этом с вами закончим. Спасибо за просмотр, такая серия была прям очень интересная. Муторный босс, очень муторный босс. В принципе, ребят, ставил бы лайк, сигнал, тень, чтобы мне прям спасибо за это делать. В принципе, ребят, спасибо еще за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.